Тигровая акула. Суперхищник океана. Она охотится на больших рыб, черепах, млекопитающих и даже на себе подобных. Акула может разрывать добычу на куски острыми зубами, но чаще всего она заглатывает жертву целиком. Застрял ли этот огромный тунец во рту у акулы? Да нет же. Просто у акулы нет подвижного языка, чтобы ускорить глотание. И потока воды недостаточно, чтобы такая увесистая пища прошла внутрь. Акуле всего лишь надо сократить мышцы грудного отдела. Они же отвечают за движение ее плавников. Попросту говоря, пожать плечами, и тогда она поплывет обратно за новой рыбкой.